Сегодня 13 августа. Ровно 90 лет назад, 13 августа 1930 года, было опубликовано постановление Совнаркома СССР о создании в Самаре самостоятельного медицинского института. В составе нового вуза были образованы 5 факультетов. Основными стали лечебные и санитарно-профилактические с дневным и вечерним отделениями. Вступительные экзамены в институте проходили в сентябре, а занятия начались с октября 1930 года. 13 августа военного 1941 года работники сельхозартели имени Степана Разина Борского района передали в Фонд обороны страны деньги и продукты питания. Колхозники отдали на нужды фронта 250 рублей наличными и 7780 рублей облигациями займов, а также сдали 350 яиц, 11 килограммов масла и 32 пуда зерна. Ежегодно 13 августа отмечают Международный день левшей. 13 августа в разные годы были рождены советский актер театра и кино Борис Чирков, российская актриса театра и кино Анна Терехова, российский певец Стас Пьеха и другие известные личности. В народном календаре сегодня Евдокимов день. На Руси этому дню придавали особое значение. Православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. К этому времени, как правило, поспевала репа. До появления на Руси картофеля этот корнеплод считался вторым хлебом. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в 13 день августа. Всего вам самого доброго!